Скажите, пожалуйста, вот вы выбрали в свое время профессию медицинского врача. Не ошиблись в выборе? Вот что считаете? Нет, я считаю, что не ошибся. У меня дочки медики, внук хирургом работает в Твери, кстати сказать, 7-й больнице. Ну, в общем, ну и родственники тоже есть. Там тети, дяди. Здесь, вот, допустим, в Твери всю жизнь отработал Левашов Григорий Васильевич, основатель судебной медицинской службы. Вот, в областной больнице возглавлял патологоанатомическую службу. Ну, вот, я так по стопам. Но родители у меня были железнодорожники, они не медики были. То есть вы стали основателем династии? Да, да. Скажите, пожалуйста, вообще отношение к медикам сейчас, на ваш взгляд, изменилось? Ценится труд? Ну, лично я считаю, что ценится труд. Ко мне вообще хорошо люди относятся в Торжке, где я работаю. Ну, по-всякому. Впереди день медицинского работника. С каким чувством встречаете, как отмечаете? Ну, как отмечать буду дома, в семье буду отмечать. Я такой человек не публичный, на большие выходы там не выхожу. Это уже и возраст. Что пожелаете своим коллегам? Ну, здоровья, успехов, ну, чтобы меньше всяких проблем медицинских было. И такой вопрос, а можете посчитать, сколько прооперировали, сколько пациентов за все эти годы у вас было? Вообще? Я не могу сказать, но очень много. Вот, допустим, я на Урале 3 года работал, там очень был интенсивный труд. Отделение было на 90 коек, по 11 операций, не отходя из операционной, делали. Ну, и также в Торжокской ЦРБ. Очень труд, очень интенсивный труд. Порой начинали в 8 утра рабочий день, потом до 6 вечера дежурство, и на следующий день опять начинается так, по 36 часов. Много операций делалось.